Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Ну что же, сегодня я вернулся к вам с новым, очень крутым и, по моему мнению, перспективным проектом. Называется он BTS20. И сейчас у них идет продажа токенов, и, соответственно, мы с вами можем зайти в данный проект на самом старте. А я считаю, это очень хорошая позиция заходить именно в крутые проекты на самом старте, ну а потом на листинге ловить иксы. Давайте знакомиться с этим проектом более подробнее, ну а для этого перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы с вами и на сайте bts20.com. Ссылочку на их сайт я оставлю, как всегда, в описании под этим видео. Также оставлю ссылки на их социальные сети. Это, конечно же, Twitter и Telegram. И если у вас будут какие-то вопросы, вы можете присоединиться к их социальным сетям, ну и, соответственно, позадавать вопросы там. Итак, давайте мы первым делом с вами пробежимся по их сайту, познакомимся вообще с идеей проекта, ну а далее я покажу вам, как же приобрести их токены. Да, то есть сейчас они как раз-таки продают свои токены. На данный момент мы видим, что они уже продали на 2 миллиона 250 тысяч долларов, да, то есть один токен BTS20 равен 1 доллару, ну и, соответственно, они продали такое количество токенов, все это мы видим на их сайте. Итак, как они нам говорят, давайте вернемся к биткоинам, да, то есть раньше биткоин стоил действительно очень мало, и те, кто заходил на самом старте, ну, заработали просто 1000 иксов, да, то есть в течение короткого времени, в 2011 году, биткоин торговался по 1 доллару, да, и, соответственно, если вы бы купили его в тот момент, сейчас вы были бы миллиардерами. И вот как раз-таки они делают новый биткоин, но только на блокчейне эфириума, ну, как они сами говорят. Итак, BTS20 – это зеленая версия биткоина ERC20, построенная на блокчейне эфириум. Подтвержденный контракт на размещение стейкинга позволит выпускать токены BTS20 в соответствии с первоначальным графиком вознаграждений за биткоин-блок. Да, то есть вы можете делать стейкинг на BTS20 и получать процент от этих вознаграждений с помощью нового механизма подтверждения стейкинга именно на POS. Они воссоздают именно состояние блокчейна биткоина и предложение токенов с 2011 года, когда в обращении было всего 6 миллионов биткоинов. Общий объем именно также BTS20 составит 21 миллион токенов. Предложение будет продано до 500 миллионов токенов по 1 доллару каждый. Ну и все непроданные токены, да, то есть минимум это 14,95 миллионов будет зафиксировано в контракте на размещение стейкинга, ну именно на вознаграждение, да, за стейкинг всем участникам BTS20. Да, то есть здесь вы сможете делать, ну, как я сказал, отправить свои средства в стейкинг, соответственно, получать за это вознаграждение. После предварительной продажи держатели BTS20 могут поставить свои токены, чтобы получить долю вознаграждения за стейкинг. Чем больше, соответственно, BTS20 токенов у вас будет, тем больше вы будете получать, соответственно, награды. Контракт на размещение BTS20 будет выпускать токены в соответствии с графиком биткоин-блоков в течение примерно 120 лет. А также, как они говорят, BTS20 у нас просто в использовании, да, то есть использовать BTS20 проще, чем обычный биткоин, поскольку, ну, конечно же, эфириум стал наиболее используемым блокчейном за пределами биткоина из-за его функциональности, универсальности смарт-контракта. Да, то есть вы можете купить новый, так назовем его, новый биткоин, как они сами говорят, по самой низкой цене за всю историю. Использовать свой обычный MetaMask или другие различные приложения, кошельки, да, и, соответственно, приобретайте. Ну, сейчас я как раз-таки вам покажу, как это сделать. Итак, приобретается токен BTS20 у нас на сайте, ссылочка будет в описании, переходите обязательно по ней. Далее вы выбираете, с помощью какой валюты вы хотите приобрести, да, либо это у нас BNB, либо у нас USDT на блокчейне BNB, либо же Ethereum, да, нажимаете Buy with Ethereum, и, соответственно, здесь у нас есть Ethereum, USDT на Ethereum, ну, либо также карта, вы можете приобрести с помощью карты. Далее вам необходимо приконнектить ваш кошелек, да, то есть, ну, допустим, я буду приобретать за BNB, здесь у нас меньше, так скажем, комиссия, да, и, соответственно, так будет дешевле. Выбираете, допустим, Buy BNB. Далее вы коннектите кошелек, нажимаете Connect Wallet. Теперь выбираете MetaMask, либо Wallet Connect, либо по email. Ну, соответственно, я выбираю MetaMask. Нажимаю MetaMask.
Далее в MetaMask просто подтверждаю, да, то есть подключение делаю, нажимаю кнопочку «Далее», ну и, соответственно, подключиться. Все, мы с вами приконнектились, здесь мы видим наш кошелек. Далее нам просто необходимо ввести сумму, на которую мы хотим приобрести токены BTS, да, то есть, как мы видим, цена у нас $1 за 1 токен, да, то есть, ну, очень понятно. Выбираем, допустим, USDT, вводим сумму, на которую мы хотим приобрести, допустим, там, $1000, ну и, соответственно, нажимаете «Приобрести», да, «Buy now». У меня на счету нет средств, соответственно, я не могу приобрести. Ну, как вы видите, также необходимо иметь будет BNB для оплаты газа, да, ну, это все понятно, и я думаю, с этим проблем не возникнет. Приобрести достаточно все просто и легко, коннектите кошелек, вводите сумму и, соответственно, приобретайте. Я думаю, с этим все понятно. Также советую вам ознакомиться с их white paper, да, то есть у них имеется технический документ, который нужно также изучить, да, то есть вы нажимаете кнопочку «Загрузить», есть на официальном сайте, также оставлю ссылочку в описании, и здесь, соответственно, все более подробно расписано, да, то есть о их, ну и вообще идеи, токен-экономики и так далее. Кому интересно, обязательно знакомимся, да, то есть, ну, можете перейти по сайту и, соответственно, здесь посмотреть. Ну а мы с вами давайте также посмотрим дорожную карту проекта, да, то есть что у них запланировано, соответственно, по кварталам, что уже сделано. Итак, 3-4 квартал 2023 года. На начальном этапе предварительной продажи будет продано 3 миллиона токенов, ну как я и говорил, да, стоимостью каждый токен у нас по $1. Соответственно, они будут собирать $3 миллиона. Далее еще 3 миллиона токенов будет доступно для покупки после того, как будет продано 3 миллиона. Да, то есть это первоначальный сбор средств заложит основу для дальнейшего развития. Ну, соответственно, всего 6 миллионов токенов. Четвертый квартал у нас это уже этап 2 запуска и активация механизма стейкинга. Да, то есть после предпродажи команда, стоящая за BTS-20, выпустит безопасный незаменяемый контракт для стейкинга. Ну и в этом контракте будут заблокированы непроданные токены, да, то есть почти 15 миллионов. И, соответственно, это и будут награды для стейкеров. Далее, 2024 год, этап 3 развития и расширения. Разработчики BTS-20 сосредоточатся на постоянном развитии и расширении проекта. Да, то есть основная задача включает повышение безопасности, эффективности контракта, стейкинга, заключение партнерств с различными крупными игроками, да, в криптосфере, ну и многое-многое другое. И 2025 год – это долгосрочная устойчивость. То есть BTS-20 стремится достичь долгосрочной устойчивости. И те, кто отправляет BTS-20 в стейкинг, продолжат получать токены в соответствии с графиком выпуска биткоина в течение примерно 120 лет. Да, то есть, ну это до старости, до смерти, так скажем, да, будете получать вознаграждение, если отправите в стейкинг. Вот такая у нас дорожная карта, и вся она расписана, также можете ознакомиться с ней, соответственно, на их веб-сайте. Здесь у нас часто задаваемые вопросы, да, то есть, что собой представляет BTS-20, я рассказал, в чем преимущество стейкинга, ну, я тоже рассказал, да, что здесь у нас протокол будет Proof of Stake пост на эфириуме, и, соответственно, все это дело безопасно и так далее, ну, и будем получать вознаграждение. Когда будет выпущен последний токен BTS-20, через 120 лет, достаточно долго. Как связаться с службой поддержки, да, то есть здесь имеется, можете написать и, соответственно, спросить, да, если у вас имеются какие-то вопросы. Ну, а также можете написать в их Telegram, да, соответственно, здесь также следить за всеми новостями и так далее. Ну и, конечно же, твит. Ну что же, давайте подведем итоги. Мне проект BTS-20 показался интересным. Интересна идея сделать именно биткоин на блокчейне эфириума. Такое может стрельнуть. Я никого не уговариваю инвестировать в данный проект, я просто высказал свое мнение и рассказал вам о нем. Инвестировать сюда или нет, вы решаете самостоятельно. Вообще никогда никому не верьте, проводите и делайте свой собственный ресерч перед тем, как инвестировать в любой токен, в любую монету и так далее. Все ссылочки на данный проект вы, как обычно, найдете в описании под этим видео. И если он вам понравился, переходите и изучайте. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита. И всем пока!